Спасибо, это милая женщина. Не только пышно. Кстати, должны быть женщины встречаться в этом мире. Но на все есть вкус и цвет. Следующая песенка, может, небольшая предыстория, конечно, киевская группа. Но лет 6 назад я жил не в Киеве, я жил в городе Москва. А еще 2 года до этого я был не в Москве, как подаёшь, что я узнал. Не все около Москвы. А эта местность называется «Подмосковье». Трек, наверное, тех. Итак, «Подмосковье». Слышишь, все.